На этой неделе известный радиоведущий Глен Бек взял интервью у Франклина Грэма, президента христианской благотворительной организации «Сумка Самарянина», и доктора Лэнса Плайлера. Оба они принимали активное участие в спасении Кента Брентли, когда тот, работая врачом-миссионером, заразился вирусом Эбола. О том, что у Брентли обнаружили вирус, Франклину Грэму сообщили, когда он был на Аляске. Доктор Плайлер рассказал о потрясающей команде врачей-миссионеров, работающих в Африке, которые круглые сутки заботились о Брентли и медсестре Нэнси, которая также заразилась вирусом. Он также отметил, что Бог был во всей этой истории. В заключении интервью Франклин Грэм говорил о том, что должны быть приняты серьезные меры по борьбе с этим опасным вирусом. Сейчас снабжение отдаленных районов Либерии зависит от вертолетов ООН, и порой нужно много времени, чтобы получить их. И военные Соединенных Штатов должны обеспечить снабжение для таких организаций, как «Сумка Самарянина», которые работают в зоне эпидемии Эбола и спасают жизни людей.